Это неспроста. Всем привет, ребятки! Вы на канале Random Game, и мы продолжаем с вами проходить игрушечку The Medium. Сейчас мы с вами играем за Томаса, по-моему, да, его зовут? И он должен освободить Ричарда от демонов. Давайте, собственно говоря, попробуем этим заняться. Ну давай, Ричард, это твой мир. Дух Томаса это. Покажи мне, что ты скрываешь. Давай посмотрим, что он скрывает. Может, чутка ускориться, чем мы идем? Это здесь все началось, Ричард? Здесь тебя сломали. Сделали тем, кто ты есть. Атаки надо парировать. Ты чувствуешь, Томас? Здесь что-то есть. Она пробудилась в тот день, когда она пришла к нему. Захватила контроль. Устроила здесь поудобней. Руки, конечно, вообще крутые. Потеря, ненависть, горе. Ими тут все пропитано. Тут произошло что-то ужасное. И это изменило Ричарда навсегда. Нет! Какого черта? Отстань от нее! Вот так. Страшная тайна Ричарда. Средоточие его демонов. Нож отца. Так, ну ножом, вернее, твой папа забыл свой нож. Ну, ладно, подыграю пока что. Блин, пропустила диалог немножечко, да я думал, не будет ничего, а диалог оказался... Диалог был. Я так понял, просто этим ножом мы будем разрезать, опять же, всякие вот эти висюльки. Да, потому что у девчонки, у нашей, был скальпель. Здесь, собственно говоря, у нас нож. Папа, ты забыл свой нож. Спасибо, Ричард. Вот что, оставь его себе. Но это твой счастливый ножик. Теперь он твой. Он тебе пригодится. Завтра я уезжаю. Что? Нет. Прикольно сделано. Картина размытая, да? Они все немножко такие смутые, по-моему, нет картины? Или нормально? Не, по-моему, что-то, да, вот с ними не то. А куда ты выезжаешь? Армия идет на запад, и я отправляюсь с ней. Но нет, не хочу, чтобы ты уезжал.
Я тоже не хочу, сынок. Но иногда важно не то, чего мы хотим. Ты понимаешь? Я... А когда ты вернешься? Позаботься о маме, Ричард. Теперь ты у нас глава семейства. Все, кончилась болтовня, пошло дальше действие. Все это так немножко банально выглядит как-то. Че у нас тут? Картина. Поти лица твоего. Тоже все смазано, видите, да? Медаль. Возвышаться будешь и падать. Что, а чё, куда делась медалька? А, мы просто, наверное, посмотрели на нее и все, что ли? Там же... А, ну мы же не медиум, мы не можем с духами разговаривать, правильно? Поэтому нет смысла пробел зажимать. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Хотя интуиция у нас есть, смотрите, там подсвечиваются предметы. Ха, интересно. Ибо прах ты, в прах возвратишься. К чему все эти диалоги? Эти щупальца что-то охраняют. Надо от них избавиться. Интересно как? Может, с помощью ножа? Духовный взрыв? Нет. Ничего не понял. А чё, у меня нет заряда, что ли? Ладно, давай вот так мы все поищем здесь. Тогда надо было здесь, видимо, тоже что-то с пробелом поискать, да? Нет? Ага, вон там что-то есть. От лица руководящих органов Польской Республики выражаю вам свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной лейтенанта Тадеуша Тарковского. Он погиб, сражаясь за свободу и независимость своей родины, и мы перед ним в неоплатном долгу. Министр военных дел. Так, а у нас сработали часы. Горе, гнев. Это мне пригодится. А, вон все, появилась эта штука, да? Которая нас зарядит. Ну, что-то вся технология одна и та же, да? Что наш медиум вот этим заряжался, и что-то... Что он... Что происходит? Почему нельзя разный геймплей сделать за разных персонажей тогда, что ли? Ну, ладно. Ну вот, кстати, скажу, листочки все сделаны офигенски в игре. Эй, Ричард! Лес, вот прям все вот это круто сделано очень. Спорим, ты меня не поймаешь? Что? Эй, подожди! Какое-то ответвление еще есть, нифига себе. Сколько можно, Ричард? У меня руки устали. Еще чуть-чуть. Это его детские рисунки, да, видимо? Он еще с детства начал все рисовать. Как ты стрёмно бегаешь? Пипец. Как можно так, как штаны насрал, вот реально. Тебе прям очень хорошо эта фраза подходит. Давай, капуша.
Опять ответвление. Только опять же какой-то однообразный. Так, что у нас тут? Держи. Завтра постараюсь принести еще. Спасибо, Ричард. Ты не представляешь, как много это для меня значит. Он мне кушать приносил, что ли? Так, погоди, мне кажется, это у нас дальнейшее прохождение идет. Да, здесь у нас должно по кругу все замыкаться. Куда ты делась? Правильно же я понимаю? Правильно, да, это у нас все по кругу. Значит, нам надо двигать туда. Еще раз повторюсь, игра крайне линейна. Просто вот. Это, по-моему, первое вообще ответвление в игре, которое я встретил, наверное. Но что это? Это кое-что очень важное. Обещаю, что сбережешь это. И что это кое-что очень важное? Сюда, глупый. Мы что, прибежали туда, откуда прибежали, что ли? Тогда нам надо вон туда. Роза? Роза! Сюда! Вот ты где. Я испугался, что ты тут заблудилась. Я? Я тебя здесь целую вечность жду. Уже успела заскучать. Эй! Офигенская картинка, да? Смотрите, как клёво выглядит. Прям хоть, блин, фотографию делай. Круто, круто, круто. Вот поэтому я в эту игру играть, наверное, единственная, в принципе, причина. Эй, ты видишь? Надвигается гроза. Похоже, сильно. Надо расходиться. Завтра на том же месте? Да, я приду. Клёво сделано. Как мило, Ричард. Очень мило. Ну и что же теперь? Тут у нас появился гроб. По-моему, тут делать больше уже нечего, да? Кажется, что-то не так. По-моему, тут проход открылся. Мама? Кто это? Он тот, кто о нас позаботится. Я сам могу о тебе позаботиться. Я обещал папе защищать тебя. Я знаю, солнышко, и он бы тобой гордился. Но храбрость не решает все проблемы. Эй, иди-ка отсюда, у меня есть для тебя поручение. Принеси мне ту штуку, сам знаешь какую. Угу, поточнее нельзя, да? У меня ничего нет, значит сюда надо что-то положить.
Интуиция сработала. Что это за книга странная? Книга. Окей. Вот тут предметы еще должны браться, да? Но почему-то они пока не интерактивны. Какого хрена ты так долго? Бесполезно. Весь в мать. Почему-то эти предметы пока не берутся. Ладно, видимо, нам надо книгу туда положить, да? Тебе что, сказку на ночь почитать? Я тебе не мамаша. А, то есть нам надо перебирать вещи, да? Пиво, картина. Свадебная фотография. И пиво я уже, так понимаю, взять не могу, правильно? Правильно. Короче, надо все перетаскать по очереди на этот стол. Да уж. Чем я занимаюсь? На кой черт мне это? Скучаешь по папочке? Так вот, его тут нет. Да, он самоочарование. Я так понимаю, пиво надо принести. Скорее всего. Хотя, может быть, и нет. Трубку. Либо трубку. Либо пиво. Даже, наверное, скорее всего, трубку. Шкатулка для драгоценностей. Давайте сейчас все перетыкаем. А потом принесем то, что надо. Я склоняюсь к тому, что это все-таки трубка должна быть. Ах ты говнюк, сейчас я проучу тебя. Стул разломался. Фига себе. Это что-то новенькое. Так, и что тогда? Погоди, давай бей еще. Чё, как тебе? Не нравится? Так, и что нам в таком случае делать-то? Я никаких активных точек не вижу. То есть надо было нам не заигрывать, а трубку принести, что ли? Или продолжать дальше защищаться от этой фигни? Эй, ты что со мной сделал? Ага. Не подходи, или я снова тебя порежу. Неблагодарный сопляк, проваливай с моих глаз. С удовольствием. Значит, мы все правильно сделали. Ну, это уже хоть какое-то разнообразие, в принципе. Я думаю, все-таки трубку надо было ему принести, чтобы все сработало. Подувка. Зарядились. Отстань от меня, ублюдок. Нет, нет. Мама? Держись, мама. Я иду. Это типа чувак, который должен был нас защитить, да? Офигенно, конечно, офигенно, да. Отпустите, нет, умоляю, не надо.
принципе, мы могли бы и не заряжаться, нам бы хватило нашего этого, да? Он же немножко, он восстанавливается. Это все твоя вина. Ты не смог защитить ее. Никого не можешь защитить. Он не вернется. Она исчезла. Никогда. Ты никогда им не станешь. Никогда. Ни за что. Мелкий ублюдок. Никудышный. Бесполезный. Я так понимаю, мать у него все-таки умерла, да, ее убили, и он себя за это винит. Снова это место, но в другое время. Ричард? Мне надо идти. Прости. Ничего, Роза. Закончим в следующий раз. Он все на ней тренируется, да? Ричард, где ты? Ау? Ричард, выходи. Извини, это все, что я смог принести. Ничего страшного, Ричард. Этого более чем достаточно. Да уж. Ситуация все хуже и хуже. И почему он кому-то что-то носит? Не переживай, я сберегу тебя. Сберегу. И чё это? Так, а сюда можно пройти, нет? Мне кажется, нет, наверное. А, хотя можно, смотри-ка чё. Это не смешно. Розочки. Такие странные немножко розочки, конечно. Ричард! Вот ты где? А, привет! Я ждала тебя у лабиринта, боялась, что с тобой что-то случилось. Я в порядке, просто хочу побыть один. Уверен, что все хорошо? Я же сказал, что да. Ну, если что-то случилось, можешь мне рассказать. Я просто хочу... Отстань от меня уже! Ладно, Ричард, я все понимаю. Но это ничего не меняет. Так, теперь нам надо вернуться в главную комнату, пойти по правой лестнице. Мама? Что происходит? Тише. Слушай меня, Ричард. Слушай очень внимательно.
Сегодня ночью в наш дом придут люди. Зачем? Что им нужно? Тише, все хорошо. Это я их позвала. Какого черта? Нет, отстаньте от меня. Не подходите. А, видимо, мать решила разобраться с отчим. Не подходите, сволочи. Нет, нет. Отпустите, нет. Умоляю, не надо. Любой гражданин Польши, который сотрудничает с захватчиками, коллаборатор или коллаборационист, видимо, не совсем знаю, что это слово обозначает, который крадет, доносит или иначе выступает против соотечественников. Первый дом слева, прямо у реки, перед ним старая вишня. Они прячут их в кладовке под полом. Иногда их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них иногда даже выходят, вероятно, на поиски еды. Лучше всего приходить ночью. Что-то типа стукачества какого-то, да? Совершает непростительное преступление перед Родиной. Это, по-моему, еврейский знак. И должен быть наказан за это. Ублюдок это заслужил. На, его повесили, видимо, да? Очередная история. Это начинает надоедать. Блин, ты прям в точку. Роза, где ты? Ты чё меня ударил? Угу. Все заляпано, да? А чё, туда нельзя пробежать? Так, что там, что-то я это... А, нет, нет там никаких точек, это просто что-то блеснуло. Пожалуйста, ты мне нужна! А Роза кто это? Вымышленный персонаж какой-то, что ли? Я должен знать, что ты в порядке. Роза! Нет, 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 пожалуйста, проснись! Просыпайся! Окей, с Розой что-то случилось. Что-то явно нехорошее, нам явно не сюда, да? Ее больше нет! Они забрали ее у меня. Вы забрали ее у меня. У меня ничего не осталось.
Так, тут проход закрыт. Здесь тоже не пройти. А, вот сюда, да? Ну, понятно, ни еды, ни питья. Теперь я ничто. Так. Угу, кто это у нас там? Что за красавчик? Что это? Нет, нет, не ты. Роза? Это ты? Мой маленький цветочек. Моя лилия. Что происходит? Ох, поскорее бы с этим закончить. Ты орёшь. Чё, мне контур надо зажимать? Что за висяки пошли? Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста! Сюда, мальчик! Помогите! Пожалуйста! Чудовище! За мной гонится чудовище! Чудовище, говоришь? И как же выглядит это чудовище? На это нет времени. Быстрее, нужно уходить отсюда. Все хорошо, Ричард. Успокойся. Отдышись. Я вас знаю? Вы друг моего отчима? Нет, парень. И я не собираюсь тут заводить друзей. Я пришел за тобой. Что? Нет! Не подходите ко мне! Не трогайте меня! Прости, парень. Знаю, ты хотел сбежать, спрятаться, уберите от меня руки, но пока ты здесь, зверь всегда найдет тебя. Ричард.
Сперва все это было сложно воспринять. Томас был таким же, как я, но... все-таки другим. Томас, кто ты, черт возьми, такой? Зверь! Вот он кто! Загнанный, бесприютный, всю жизнь прятавшийся в надежде, что его не найдут. Я дал ему убежище, дал ему смысл жизни. Он мог бы добиться куда большего, а вместо этого решил сгнить в этом богом забытом месте. Я чую твой запах, девочка. Ты — это он, Ричард. Я то, что от него осталось. Кровоточащая рана, трухлявый пень. И все из-за нее. Я тебя знаю, дитя. Ты пахнешь, как она. Как девочка, которая страдала из-за тебя. Та, с которой ты такое сделал, она сама пришла ко мне, потому что ей некуда было больше идти. Где был в тот день ее отец? И где была ты? Заткнись, не веди себя так, будто питал к ней хоть какие-то чувства. Она была светом моей жизни, теплом моей души. Твоя душа давно сгнила. Вряд ли от нее что-то осталось, кроме твоих грехов. Мне почти жаль тебя. Ты ничтожество. Не стану спорить. Но он разорвал меня на куски, сжег меня и бросил во тьме. Он зверь. Чудовище. Этот человек, Томас, кто? Кто он? Он тот, кто разделывает души. Тот, кто ломает их. Но ты... Да, я тебя знаю. Ты можешь освободить меня. Я чувствую это. Прошу тебя, сделай это. Ты этого не заслужил. Ты ничего не заслужил. Ничего, ты слышишь? Так дай мне это ничто. Я просто хочу перестать существовать. А большим я не прошу. Хорошо? Как думаешь, она сможет простить меня? А ты? Я тебе не судья. Я всего лишь проводник душ. Исчезни. Ричард, спасибо тебе, девочка из Красного дома. Из Красного дома? На этот раз это было не просто чувство. Это было воспоминание. Бывало ли я здесь раньше? Неужели я тоже часть головоломки? Этот человек, Томас, неужели он был частью моего прошлого? Может, она и есть Роза? И тут в моей голове будто что-то щелкнуло. Та девочка. Это я.
Но, похоже, снимок сделан здесь, в Ниве. Черт. Красный дом. Что бы это ни было, я чувствую его. Будто он зовет меня к себе. Оттуда. Из леса. Ну что ж, я думаю, на этом мы пока с вами остановимся. Ждите, скоро будет продолжение. Скоро, не знаю. Вот. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Теребонькайте колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые серии. Ну, собственно говоря, всем всего хорошего. Всем покедова.